А у тебя когда последний раз секс с людьми был? С людьми? Да, секс с людьми. Не, я холодный натурал. Ну, это понятно. А с людьми секс когда был последний раз? Бля, как бы тебя не спиздить. Ну, с человеком. С человеком. Ну, неважно, с каким там человеком. Ну, буквально, ёпта. Ну, наверное, месяца два, ёпта. Был человек такой, да? Попался в тебе, в горячие руки твои. Ну и как? Блудняк попал. Блудняк попал тебе. Как заманивал-то хоть? Сама заехала, ёпта. Ну, там чисто минет. И это не секс, а чисто минет был. Просто, ёпта, девчонка, ёпта, сделала мне уруру, ёпта. Уруру сделала? А что такое уруру? Ну, Миннесота Викингс. Нихуя! Вот это, блядь, круто. Миннесота что? Викингс. Миннесота Викингс, блядь, нихуя ты, блядь. Ну вот, а так нет. Я в смысле, когда аж перевели, у меня уже, ёпта, я тебе говорю, год не было, ёпта. По Минье там работаешь? Я путевой писи не видел два года уже, я тебе, бля, буду, ёпта. А что это они тебя стороной обходят? Да это я их стороной обхожу, а не они меня, ёпты. Я понял. А у тебя ж это, какая-то приезжала к тебе, да? Ну это, ну у меня есть, это как у жена, все дела, ёпты, блядь, в столице. Ну как, жена, ей нахуй не нужен. И она мне... Она охуела, что ли, совсем, блядь, такого фраера козырного, блядь. Киданула, ёпта. Путёвого, ёпта. Ну да, зачётный, ты же зачётный фраер, Витёк. Охуенно, ну, ёпта. Я тебе говорю, ну я тебе говорю, родненький, я писю, вот, путёвую, последний раз видел, говорю, год или полтора года назад. Я не знаю, как она выглядит вообще, ёпта, пизда, ёпта. Я тебе в натуре говорю, это жизнь. Ой, бля, Витёк, ты во меня сейчас вообще насмешил, блядь. Я-то думал, ты там вообще отбоя от тёлок у тебя нету, там... Да ну нахуй, я тебе говорю, я писю последний, я тебе ещё раз говорю, когда я последний раз вот гулял в Москве, видел последний раз писю. Видел. Так это хуй его знает, ёпта. Ну, что у Рэмбо, ёпта, спроси. Он сейчас сам не знает, она вдоль или поперек, ёпта, писи. Мне Рэмбо сказал, что он когда-то в молодости прочитал, блядь, книжку по женским венерическим заболеваниям с картинками. Рэмбо не видел писю свою, ёпта. Вот, бля, года два как отда, ёпта. Свою? Нет, вообще писю. А, ну я понял. А я вот мечтаю потеребунькать ее. Да ну ясен хуй, это, блядь. А это ты придумал вот эту тему, блин? Я буду есть, я буду пить, я буду писи теребить. Это мое, естественно, ебать. Я не видел еще писю уже больше двух лет, ебать, блядь. Ну, это года полтора, это как отдай я. Блять, надо донат поставить, блять, Вите на просмотр писи, блять, да? Чтоб люди деньги скинули, чтоб тебе это... Писи показали. Да? Вообще, отличная тема. Вите на просмотр писи. Охуенно, да? Может быть, спросил. Да ну, все, рок-н-ролл.